Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в Майнкрафте, версия сборки Project Ozon 2. И мы продолжаем с вами играть. И как я обещал вам, мы будем сегодня с вами делать мясную лавку, получим мясо, ну, это нам нужно по заданию даже продвинуться. И для того, чтобы продвинуться, давайте посмотрим, что нам нужно. Давайте посмотрим. Мясная лавка, вот она. Как все остальное можем легко получить, кроме одного. Кроме огненной воды. Собственно, из-за нее я в прошлой серии и не стал ее делать. Ну, имеется в виду мясную лавку. Вот, нам нужна огненная вода, которая в свою очередь делается в чане. Из красной пыли и огненного порошка. Легко, сделаем. Но нам также еще потребуется самогон. А самогон делается также в чане. При помощи любой пшеницы, яблок, ну, короче, любой еды. И сахара. Вот, ну и разумеется, вода еще нужна нам будет. Поэтому давайте, долго не думая, сразу начнем. Нам, во-первых, понадобится ватер. Ну, вода имеется в виду. Так, давайте это все возьмем. Есть. Чан первый, чан второй. Так, посмотрим, будет... Да, наполняется, хорошо. Это просто прекрасно. Так, нам... Ну, давайте, знаете, не будем так сильно геморройничать, поэтому... Нет, давайте лучше отсюда возьмем яблоки и сахар. Вот и сахар, хорошо. Это все сразу закинем, пусть варится, парится, жарится. Энергии нет, и забыл совсем про это. Так, ну давайте тогда сделаем так. Раз, два. Возьмем с вами тессеракт. Да твою ж налево. Так, и трубы нам понадобятся. Как и электрические, так и жидкостные. Так, 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 так. Хотя бы тебя возьмем, и то уже будет хорошо. Так, это все дело подключаем. Выбираем все это. О, пошло делаться. Да, смотрите, уже идет переработка. И все, самогончик попер, попер. Че, самогончика кто будет, а? Да ладно, шучу. Так. Нет, не помещать. Отключить. Автоизлечение. Самогон заходит. Хорошо. Так, нам потребуется огненный порошок и красная пыль. Так, ну это все дело у нас должно быть. Стек того. И... Да, и вот он. И стек этого. Хорошо. Все, закидываем. И опять все должно идти. Да, вот смотрите. Огненная вода пошла. Так, как теперь нам с вами ее в руки-то взять? Ну... Тигель, что ли, взять? Подождите, а может быть у меня есть тигель? Нет, тигеля нету. Ну, извиняем, пожалуйста. Мне всего лишь одно ведерочко нужно. Так, подождите. Да, вроде тут ведро... Или подожди... Я не помню. Сейчас, секундочку, проверю. Да, все верно, все правильно. Сижу, сам себя тут морочу. Так. Ну, ладно. Сделаем так. Еще возьмем с вами трубу. Жидкостную какую-нибудь. Как всегда, тебя. И давайте забабахаем. Некрасиво, некрасиво. Ну, просто места нету, как вы видите. Поэтому придется еще одну взять. Так, сзади сделаем обводочку такую. Подступ, так сказать. Так, отсюда. Отстраняемся. Здесь мы сразу на стройках говорим, что сзади он будет принимать синий. Отлично. Ну, отдавать неважно в какую сторону. Так, принимает. Подождите, подождите. Он должен желтый принимать. Да, все верно. Ну, и отсюда мы достаем с вами. Ты заполняться не хочешь, да, я так понимаю? Так, народ, извиняюсь. Я не то, оказывается, поставил. Нам потребуется такая машинка. Распределитель жидкости, вот. Его, конечно, нужно тоже будет запитать нам, поэтому сразу, долго не думаю, возьмем с вами трубу.
Опять же, тот же самый вольтаж. Снизу это все дело подключим. Дырочку закроем. Вроде там подключил, да? Да, РФ пошел. Хорошо, и сразу настраиваем при... О, щит. Синий должен заходить сзади, заполнилось. А все остальное не важно. Теперь нам потребуется ведерочко любое. Ведро. Заполняем. И все, мы с вами получили огненную воду. Та-та-та-там. Так, берем с вами... Ой, чан, почему чан пишем? Так, мясная лавочка. И давай тебя уже скрафтим. Так, и, конечно же, мы не сможем это сделать. 4 кирпичика нам понадобится. Я сказал 4. Корпусный механизм обязателен. Ну и все, да? Да, мясная лавка готова. Мы это сделали. Теперь. Подпрыгивай, вот. Теперь мы возвращаемся сюда. Кстати, да, у меня уже не убивается пока никто. У меня там пока все занято. Забито, не знаю, что там. Да, или я забыл включить вход-выход. Тоже хороший вопрос. Да, я, прикиньте, забыл. Ну, ладно, пусть занимается этим. Так, здесь. Вот он наш фарш, который мы будем с вами переводить на это все дело. Как это будем с вами делать? Ой, наверное, тут дырочку... Блин, главное, чтоб... Щет. Так, закроем дырочку. Нехорошо, очень нехорошо. Видимо, придется тебя пока отключить. Поставим конец к краю. А снизу там трубу или что-нибудь такое поставим, и будет вообще шикарно. Так, давайте это сюда. Только не надо. Отключить. Ты уже залилась. Да зараз, ты такая-то, а? Ладно, отдавать ты будешь нам сюда в сундук. Сундук. Ну, для начала просто поставлю такой сундук, разумеется. Только как ты отдаешь? Хороший вопрос. Блин, он уже мне надавал он. Да хватит! Так, и чё? А, типа, не важно, да, с какой стороны, что ли? Эй. Ты будешь свой отдавать, надеюсь, да? Ладно. Нам потребуется опять труба жидкостная. Труба. Вот. Это дело подключили. Излечение. Пошло. О! Те слитки, что нам нужны. Это он скинул то, что у него еще было там в буфере от розовой слизи. Их тоже, конечно, мы можем перевести, грубо говоря, сюда. 9 на 1 слиток менять. Либо просто дождаться. Зачем нам сырой такой слиток нужен? А потому что мы будем с вами делать вот такую штучку интересную. Ну, и нам понадобится она. Мясо импа даже какое-то понадобится. Ну, не утром есть. Говядина, курятина. Короче, все по чуть-чуть. Имп. Натура. Должна быть вроде как. Эй. Совсем забыл про энергию. Так. Я думаю, что она стоит-то на месте. Опа. Все, дело пошло. Сразу возьмем. Ну, как сказать. Один разочек приготовим. Знаете, чтоб на камеру. Это все равно там чуть-чуть всего лишь нужно нам. Хотя бы, чтобы квесты выполнить с вами. Так. Хороший вопрос. Где мое все остальное мясо? Либо я его просто куда-то выкинул. Либо оно где-то просто лежит. Не убирался нигде давно. Так, ну и, видимо, нету. Ладно. Хорошо, я вас понял. Идем сюда. Мясо. Курица. Ой, хорош. Ладно, отцу будем доставить. Курятина. Так, мясо. Эй. Эй-эй-эй-эй-эй. А как тогда? А, сырая. Тьфу, ты понял. Окей. Сырая. Два. А вот импа, видимо, у меня и нету. А это очень плохо.
И рыбки даже нету. Вот, тоже плохо. Есть. А, есть, 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 есть. Есть. Подождите. Говядина, свинина. Говядина, свинина. То есть 5 предметов у меня есть. 2, 3, 4, 5. То есть мне осталось рыба и мясо импа. Ну-ка. Нет, тут импа нету. А здесь у меня? Тоже нету, лол. Надо будет искать натура. Это понятно. Это вроде бы... Нет, это не то. Да-да-да, я понял. Натура — это у нас вот этот портальчик. Он должен быть. А, это Эребус, подождите. Вот это не то. Так, натура, давайте посмотрим. Вот она, наша натура. Хм. Интересненько, конечно. Но, видимо, надо будет искать мне. Дьяволенка. Ну, ладно, в общем, народ. Пошел тогда искать, во-первых, рыбу. Порыбачу, короче, чуть-чуть. Мне там много рыбки-то и не нужно. Одну хотя бы штучку. Ну и, разумеется, пойду поищу импа. Я не знаю, где его найду. Как найду, конечно, постараюсь показать вам по возможности. Ну, а я пошел. Ну, наконец-то, вот он, чертов имп. Я устал тебя искать. Ах, знали бы вы, сколько я его искал. Это просто ужас. Вот он, маленький проказник. Я пол... Нет, хотел сказать, полада пролетел, но... Это невозможно, полада пролететь, он слишком большой. Но провел здесь я около получаса, чтобы найти этого мелкого безобразника. Ну ладно, а мы отправимся дальше. Вспомнил я, что мне дали много удочек однажды при открытии сумочек. Ну вот я решил воспользоваться одной из этих удочек и хотя бы одну рыбку с вами вместе словить. Ну и давайте посмотрим, чем вообще различаются быстрые, не быстрые, не знаю. Но, кстати, я выловил рыбку, но не ту. Видимо, нужно нормальной удочкой пользоваться, а не такой. Так, давайте так и сделаем. Я-то думал, сейчас быстро наловлю, но, видимо, нет. Нужна обычная-обычная удочка. А интересно, на другие удочки какую рыбу можно словить? И вообще, это от рыбы, ой, от удочки зависит? Или все-таки от того, что мод этот установлен, и что можно поймать не только обычную рыбу, но еще и такую? Сейчас мы с вами как раз это и проверим. Мне самому безумно интересно. Если же тут можно выловить дофига разной рыбы, то почему бы не половить ее, вдруг она пригодится? Кстати, да, сейчас мы посмотрим по рецепту, вот эта рыбка для чего нам вообще нужна будет. Давай уже, ловись. На обычную удочку, смотри, даже ловиться не хочешь. О! Чё? Лук, я лук словил, вы прикиньте. Так, а из тебя я могу сделать что? Бутюарик, ага, могу я обычную рыбу сделать. Фу. А я тут сижу, парюсь, да, знаете. Ну-ка. Выучим. Отлично. Ну и все, собственно, мы с вами сделали. Тебя тоже сейчас выучу. Все остальное у меня есть. Это прекрасно. Можем с вами возвращаться. Ну и продолжим дело наше. Так, хотя я сразу перемещусь. У нас уже с вами все в инвентаре есть. Есть. Теперь просто это все главное на стол вот сюда выложить. В правильном порядке, разумеется. А какой правильный порядок? А фиг его знает. А, нам еще... Так, пылечка нужна одна. Вот она. Ну что, одна, я сразу возьму так. Раз. Я не помню, что после чего идет, но я примерно, знаете, так накидаю. Знаю, что неправильно. Где-то так. Я просто помню, что примерно где лежит. Хотя вот это наоборот, наверное. Я пытаюсь просто по памяти это здесь сделать. И по памяти, если ориентироваться, я что-то не положил. Рыбу не положил, точно. Значит, это вот так вот двигается. Ну и рыбка, разумеется, вот сюда. Да, смотрите, все верно. Это мы с вами сделали. Даже давайте квестик выполним. Та-та-та-там. Ту-ту-ту-тум. И дальше нам говорят, ёперный театр, собрать все фрукты воедино. Вы прикиньте, все... О, да, ужас, ужас, ужас. Ну а что еще поделать-то? Ладно.
Давайте сейчас этим... А хотя, знаете, если это делать, то нужно делать в больших масштабах, да? Ну-ка, спрячься, пожалуйста. Вот, например, ты. Для чего нам пригодишься? А ты нам пригодишься для звезд, так что нам как минимум нужен стек. То есть дофига. Печаль, беда. Так, давайте, знаете что, я отсюда столик заберу. Вот. Переместимся с вами вот сюда, где все наши растения находятся, тихо не падать. И здесь будем собирать, потому что все-таки у нас здесь все стоит. А я тебя не забрал? Только не говори, что ты просто взяла и сломалась. Она так дынь сделала и все. Вот она, твою налево. Че так пугать? И че у меня с ФПСом? Почему он просел? Ну вы видите, это ужас, этот ужас. Странно. Так, и что я хотел еще сделать? Так, сумочку уберем. Тебя мы спрячем. Это все сюда. И здесь у меня такая небольшая была заготовочка, я помню. Поэтому берем с вами еще стек тебя. Вот это все берем. Ну, знаете, это просто когда-то я собирал так это все дело. О, щет. То есть так я не могу, да, закинуть? То есть все ручками, да вы издеваетесь. Убейте меня. Так, как ты хоть там называешься-то? А ты у нас называешься Ultimate Steve. Вот он. Так, да, все правильно расставил. Нам нужны кактусы. А кактусы, кстати, у меня есть, нет? Кактус. Кактуса нету, прикиньте. Это плохо, я помню, что я его даже не выращивал. Хотя, эссенция натуры... А, сгусток слизи. Вау, давайте даже поэкспериментируем. Ой-ой-ой-ой-ой. Прошу прощения, звук выключил. Так, слизь есть. И... я где я ставил этот? Это оно? А, нет, это не то. Видимо, вот здесь снизу поставил. Да-да-да, вот она снизу. Кидаем. Как? Салют из кактусов. Круто. Только нам нужно больше, поэтому мы с вами зайдем сюда. Это все удалим, берем стек сразу. Почему бы и да? Дальше нам понадобятся грибочки. Надеюсь, в правильном порядке я расставляю их. Нет, не в правильном. О, да, вы прикиньте, сейчас вот этот весь список выставлять. Это ужас, сколько тут еды-то. О, так, нам потребуется вишня, который так... Ежевика. Ёперный театр. То есть, давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть, и попробуем расставить. Ты есть. А у вас EMC? Да, есть. Не у всего EMC есть. Это плохо. Грецкий орех. И вот ежевика, видите, нету EMC. Это плохо. Видимо, мне придется попотеть, чтобы сделать все, что нужно. Корица. Баобабы. Картофель 100% нам понадобится. Я просто уверен более чем. Малина. Так, миндаль. Так, здесь нефритовые ягоды. Что еще? Пастернак. Морковка. Так. Мускатный орех. Редиска. Еперный театр. Сколько всего здесь, а? Редька. Че еще? Чем еще у нас удивишь? А, вижу. Черника. Черника такая. А какая там нужна? А, типа любую чернику. Тьфу ты. Тогда я эту возьму, потому что у него есть EMC. Чайный лист, я не знаю, нужно, не нужно. Финики. Хорошо. О, где? Сумеречная ягода. Тоже, возможно, нам понадобится. А хлебушек-то тут нам нужно, нет? Ну, что-то хлебушка ничего не моргает, но, видимо, не нужно. Ха. Да. Так, миндаль сразу отвижу к стороночку. О, и это сейчас все нам нужно будет с вами размножить. Взять по стеку. Минимум. Но не у всего есть EMC. И это очень плохо.
А, ежевика, ежевика. Поэтому вот эта ежевика, наверное, будет... Пойдет нафиг. Потому что я возьму ту, что с EMC, разумеется. Так гораздо удобнее. Ну, как минимум половину мы сейчас, наверное, с вами сделаем. Все остальное, конечно, мне придется как-то добывать. Не знаю, как именно добывать. Но что-нибудь с этим придумаем. Корицу. О. Если что, тут у меня половина просто всего, я знаю, что выращивается на огородах. Ну, как на огородах, вкус на кустах, на деревьях растет. Я не знаю, может быть, конечно, это все у меня уже здесь есть, но не факт, не факт. Но все же. Так, черника. А, это ежевика была, окей. Финики. Шикарно, осталась морковочка. И пора расставлять. Почти все. Так, и начнем. Ты у нас здесь, дальше. Так, черника, малина, ежевика. Ежевика здесь, малина здесь, черника. Да, все верно, здесь ячмень пойдет, но у нас ячменя нету. Это плохо. Финик здесь. Что еще? Побег вот здесь и вот здесь. Да, все верно. А, пастернак и редька. Вот редька, а репа здесь. Ой. Где-то здесь, пастернак здесь. Конечно, да, это нудно, очень нудно. Промазал. Все. Так, что у нас еще из этого есть? У нас есть мускатный орех. Отлично. Ну и знаете, на глаз вот это еще скажу. У нас есть редиска вот здесь. Кстати, да, это как его. Баобабы. Кофейные бобы, вот. Поставлю пока так, не то. Все верно, да? Да, все верно. Клюква нету. Так, у нас есть грецкий орех. Картошка, я не знаю, нужна, нет. А, кстати, нужна, но она уже стоит. Так, грецкий орех. Вот тут. Нефритовые ягоды и корица. Ягоды и корица, да, значит? Почему я не вижу ничего? Вот корица, нашел. Вот вы представляете, как я сейчас буду мучиться, да? Вы вот это представляете? Я представляю. Это будет просто офигеть, как долго. Вот и про тебя я еще даже не взял. Я вот половину даже из этого всего даже не брал. Вот, ужас. Даже вот капусту. Ну ладно. Народ, я, наверное, сейчас пойду это все сейчас буду делать за кадром. Ну, я покажу вам готов результат. Ну, блин, сами понимаете. Сейчас вот я этим буду заниматься полчаса, минут 40. Я не знаю, что из этого получится. Если вообще смогу собрать все или нет, но я постараюсь, разумеется. Без этого вообще никак. Вот видите, нахожу все новое и новое. Вот, и это, как все расставлю, разумеется, мы с вами, даже утрошись, сразу продолжим все это, всем этим заниматься. Посмотрим, что получится. Ну, семечки, ладно, не нужны, вот даже такие ягоды есть, я даже пропустил их, И там, если не ошибаюсь, даже что-то еще было. На всякий случай возьму даже чайный лист. Да, весело сейчас мне будет, очень весело. Для вас это будет незаметно, для меня сейчас... Ох, ладно, я ушел. Ну что ж, прошелся по всем своим запасам. Вот столько пока насобирал из того большого списка. Ну куда деваться, пока пусть будет именно так. Потихонечку буду пополнять эти все запасы. Как получится, разумеется. Ну, я надеюсь, что вам понравилась серия. Что вы поставите большой палец вверх. Те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь обязательно. Ну а с вами был Милтон. И всем до следующей серии. Всем пока.